Атырауский нефтеперерабатывающий завод продолжает реализацию проектов, направленных на снижение загрязняющих веществ в атмосферу. На предприятии запустили первый этап модернизации механических очистных сооружений сточных вод в рамках проекта «Тазалык». Результатами строительных работ и ходом второго этапа модернизации ознакомились члены Общественного экологического совета Атырауского нефтеперерабатывающего завода, а также наша съемочная группа. Проект «Тазалык», направленный на улучшение экологической обстановки города, реализуется с 2019 года. В рамках проекта запланирована модернизация механических очистных сооружений Атырауского нефтеперерабатывающего завода, реконструкция канала нормативно-очищенных стоков и рекультивация полей испарения завода. В результате первого этапа проекта, а именно работ по модернизации сооружений по механической очистке сточных вод закрытого типа, были ликвидированы открытые бассейны общей площадью около 5000 квадратных метров, считающиеся источниками неприятного запаха. В частности, проведена работа по демонтажу прудов дополнительного отстоя и нефтеотделительной установки. Кроме того, в результате первого этапа были построены и введены в эксплуатацию современные очистные сооружения. На сегодняшний день мы реализовали и запустили первый этап механических очистных сооружений. Производительность механических очистных сооружений 1000 кубометров в час. Оно сейчас, первый этап этих механических очистных сооружений полноценно работает, выдает свои проектные показатели. В настоящее время осуществляется второй этап модернизации механических очистных сооружений. В рамках данного этапа ведутся работы по строительству блоков усреднителей сточных вод и флотации. Весь процесс планируется завершить до конца текущего года. В результате будет достигнуто очищение всех отработанных сточных вод на территории завода. По словам специалистов производства, 80% сточных вод, сливаемых на поля испарения тухлая балка, поступает из городских притоков, остальные 20% – с Атырауского нефтеперерабатывающего завода. В дальнейшем, благодаря проекту «Тазалык», отработанные в промышленных целях сточные воды будут полностью очищены от вредных примесей. Далее вода после механических очистных сооружений поступает на биологические очистные сооружения. Биологические очистные сооружения у нас запущены в 2006 году. Они свою проектную производительность выполняют и эффективность тоже выполняют. После биологических очистных сооружений сточная вода поступает на поля испарения. В рамках строительства механических очистных сооружений внедрены современные технологические процессы и систему регулирования выбросов. Проект реализуемый за счет заемных средств Европейского банка реконструкции и развития. Планируется полностью завершить в конце 2023 года. Серик Жексембайло, Тлек Кабулгумаров, Альшер Тюлиген, телеканал Атырау.